Ну, а вы тут тогда расскажите про свои курсы, чтобы люди знали, куда Давайте. постучаться, и если они захотят, чтобы я еще пригласила вас еще на разговор, то мы еще разочек так сделаем. Да. Смотрите, Галина, у меня есть хороший курс, который так и называется «Как сеять деньги». Это интенсив онлайн. 5 дней мы с вами работаем, и каждая участница понимает. Одна понимает, почему у нее кредиты, вторая понимает, почему она до сих пор не может построить структуру, третья понимает, потому что у нее очень много семян гнева, внутреннего, не обязательно внешнего. То есть я каждого участника веду в этом интенсиве с 8 утра до 11 часов вечера. То есть в Телеграме мы начинаем с того, что есть такие формулы 3 элементов. Это наше состояние, наши навыки и наш путь. У нас у всех есть навыки. Мы все с вами умеем и готовить, и стирать, и ухаживать за собой. И там у нас есть профессиональные знания. Но почему-то кто-то получает гораздо больше. Даже мы сетевики, да? Есть сетевики, которые получают гораздо больше, чем мы. Так что навыки – это не самое главное. А второй момент – это наш путь. Мы можем идти по пути к своей цели, но все время отвлекаться. Это тоже у каждого по-разному. А есть самое главное – это наше состояние, оказывается. Я обучалась у многих американцев. Я обучалась у Лизы Никольс, которая приходила к Опре Уинфри. И мне посчастливилось 4 дня быть с ней рядом. У меня есть тоже по этой теме Лиза Никольс. Очень мощный интенсив, который я провожу обычно, когда приезжаю к кому-то. Ну, иногда провожу вот в онлайне. Так вот, наша задача, моя Можно задача, да, каждому сейчас участнику понять, где у него слабые места. И в целом я даю общие практики. И там будут встречи в Зуме. Вначале все равно были такие, как говорится, персональные разговоры. Я не думаю, что нам нужно это выставлять на YouTube. Туяна, смотрите, мое отчетливое мнение, да, я скажу честно, то, чем я очень сильно горжусь. У меня, несмотря на мой интеллект, ну, я довольно так образованная, да, девушка, я очень люблю, когда мы показываем себя такими, какие мы есть. Знаете почему? Я, допустим, я бы с удовольствием опубликовала, потому что люди видят нас настоящими. То есть я не ментор здесь, да, вот я вот это знаю, вот это так, вот это так. Нет. А я обсуждаю те жизненные вопросы вместе с вами. Мы обсуждаем, и мы понимаем, чем мы можем быть полезными друг другу. Это не значит, что вы не открыты. Это значит, что, может быть, вы очень относитесь профессионально. Есть, кстати, один этический принцип – содержательная речь, да? Содержательная речь – это когда мы вот не рассказываем там про Украину, как мы кому-то там что-то подаем, а мы конкретно встретились втроем и говорим: так, девушки милые, о чем будем говорить? 1, 2, 3, 4, 5. Вот вы такая, скорее всего, девушка, конкретная, без вот, вот туда-сюда, да, вправо-влево. Да, да. Да, это очень хорошо. Это ваша главная черта, на которую вы можете опираться. А моя черта – быть такой вот, знаете, открытой. У некоторых даже людей в прошлом создавалось впечатление, что я такая прям простая-простая девушка. Но когда они узнавали, что я там разбираюсь в классической музыке, там, в живописи, еще что-то, они потом удивлялись. Ну, это тоже было мое отношение к самой себе. Что, Яна, вы понимаете, о чем я говорю, да? Да, вот. Да, да. Поэтому да. Вот лучше так, лучше так. Но с другой стороны, Галина, смотрите, я вам могу, и Туяне могу вам выслать название, вот, ну вот описание моего этого курса. Мы можем приступить, там дату даже написать. Если я никому не нужна, ну то есть среди вашей команды, если я не нужна вашим людям, и вы уверены, что они сразу придут, вы скажете: о, я познакомилась с ученицей Геши Майкла Роуча, квантовый психолог из Казахстана, она и на радио, и на телевидении, немножко я там давала интервью в течение нескольких лет, не скажу, что меня приглашали, знаете, там, как астрологов или кого-то, 15-20 минут. Я во многих принимала участие в утренних передачах на радио и на телевидении. Если у вас есть ресурсы, просто не показывая меня, пригласить людей, пожалуйста.
Ну, естественно, русскоязычных. Пожалуйста, мы с вами можем поработать. Если нужно, чтобы ваши люди пришли, но уже с какими-то вопросами, вот в Zoom, да, как Туяна, я организовываю, пожалуйста, можем там прорекламировать наш курс интенсив. Кстати, он очень даже, как я говорю, лояльные цены, $88. Это небольшие цены. И мы тогда с вами начнем этот курс. Именно по деньгам. У меня есть курс великолепный, как стать attractive woman, как стать притягательной женщиной. У меня есть еще и другие курсы, курс волшебной карточки еще. Ну, у меня много. Но вот основные это вот по Гешу Майклу, потому что людей интересуют деньги, потом как стать такой женщиной, оставить след сердца мужчины, и есть другие. Я и на тот, и на другой согласна. Надо команду набрать. Смотрите, если мы с вами найдем команду даже в 10 человек, я готова вам провести. Даже в 10. Будет больше, пожалуйста. Я так думаю, мы вот это, то, что сегодня говорим, я могу поделить на две части. Первая Супер. Часть, где вы со мной работали, и вторая часть, вот где мы говорим, что у нас есть вот такой потенциал, и можно сюда да. записаться, прийти. И это будет вторая часть, она, может быть, будет покороче, но она будет, и там вы пришлете мне еще данные, Отлично. Я еще их сконцентрирую, что люди либо вот это, вот смотрите, как мы работаем, либо вот это. Хорошо. Кстати, Туяна, я хочу да. вас поздравить. Знаете, с чем? Чем? Как у вас сразу же взошли семена. Вы хотели более конкретную информацию, и Галина сразу же уже... Не зная этих законов кармы, сразу же сказала, я создам конкретное вот по теме короткое видео. Я вас поздравляю. Все наши желания осуществляются. Она у нас специалист, да, она у нас... Уже здорово, что-то. Здорово. Потом? Мы должны вас позвать в наш бизнес. Вы почему не в нашей команде? Реагируйте правильно, не просто, что заинтересована, а я хочу, чтобы вы прореагировали. Девочки, я хочу понять, что же там хорошего. Галина, тоже есть один из законов нравственности — говорить правду. Правда, ложь, да? И я вам говорю правду. Но у меня на самом деле очень-очень много... Ну, я в сетевом бизнесе уже 30 лет, да? И я честно говорю, что я приверженец компании, которая работает с иммунокорректором по Life Research. Я пользуюсь этой продукцией. Вот. И я путешествую тоже со своей компанией. Я и так езжу, да? Я очень почитаю и уважаю. Ну, я сразу говорю, чтобы не тратить время, не сеять семена лжи. Знаете как? Я могу сказать, ой, ладно, девочки, я посмотрю, ну, мне надо подумать. И вы представляете себе, тогда в моей жизни, когда я приглашаю людей на тренинги, на интенсивы, на прямые эфиры, когда я мужчину в свою жизнь приглашаю, да, мне все говорят, ну, я подумаю, и до меня не доходят. Вот даже в этом нужно учиться говорить правду. Я с удовольствием, знаете, как говорю обычно людям, да, например, вот о вашей компании я узнала от Туяны, да, и потом увидела, что Вероника, ну, мы говорим, некоторые американские, это Вероника, я увидела, что Вероника ко мне подключилась, да, там в Фейсбуке, и вот смотрит меня в Ютубе, и что я хочу сказать, у меня есть такое правило сетевика, вы всегда потом, когда-то, ну, вдруг, кто-то из моих родных или близких скажет, слушайте, вот есть в Алмате такая-то компания, то-то, 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 то-то. И я сразу подключаю этого человека, я говорю, меня первой познакомила Туяна. И тогда я соединяюсь с Туяной. Понятно? Да, мы, конечно, да. ждем так. Да. То есть, вот знаете, раз вы можете не прийти в эту компанию, да. то людей, которые ищут заработок и путешествия, или то, или другое, или в оба, пожалуйста, дайте нам реферальную рекомендацию. Конечно. Да, пожалуйста. Я могу пригласить Туяну, я могу вас в Инстаграм пригласить. Мне абсолютно не страшно приглашать людей, которые работают в других компаниях. Пожалуйста. Кстати, Карловы Вары. Вот я еду в Карловы Вары с 5 по 15 сентября.
Вот если бы там группочку собрать, как бы было хорошо. Вы не Понятно. хотите к нам приехать? Спасибо. Нет, у меня свои планы. Я сейчас должна выехать в Грузию, потом, может быть, поеду на йогу Леди Нигумы с учителями по кармическому менеджменту. Пока ничего не знаю. Пока нет. Ну, то есть да. Это надо наперед планировать так, чтобы сочетать да. отдых с обучением, то вообще бы да. было здорово, да. Да. Я очень рада с вами общаться, быть полезной и вам, и вы мне очень полезны, потому что мы все друг друга дополняем. Туяна, давайте сделаем так. Я все-таки вам вышлю свое резюме. Оно, девочки, длинное такое, да, где я у кого обучалась, но вы сами его прочитаете, но никому... вы можете рассказывать, но высылать не надо, потому что это очень много времени занимает. Просто чтобы вы понимали, ну, кто я и что я, да? И опишу, вот напишем вот этот анонс. Только мы не напишем дату начала, да? Хорошо? Да. Ну, да вы да, подумайте, да. да, когда вам удобно. Но имейте в виду, что осталось неделю, потом я уезжаю в Грузию. Я буду там 2 недели. Есть девушки, для которых очень важны отношения. Может быть, если вы пойдете через отношения, у них возникнет доверие ко мне, и потом они пойдут на деньги. Подумайте, 2 момента здесь. Ну, это вот как раз Галине вопрос. У нее же очень много девушек, которые ей задают вопросы про отношения. Ой, будем их и приглашать, да? Ну, как да. будет получаться? То есть тут уже как называется, да. как нужно. Кто куда придет, да, Галина все сделает, вместит на Ютубе. Мы будем посмотрим, смотреть. Как будет реакция, а в субботу я буду стрим проводить, и я вернусь к этой теме. Оно уже будет Хорошо. Онлайн, потому что кто-то успевает посмотреть, кто-то не успевает. Да, кто-то да, 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 да. Приятно познакомиться, надеемся на сотрудничество. Спасибо большое, да, спасибо да, да. большое. Взаимно. Да. Знаете, чтобы у нас у всех к нам приходило да. больше людей, чтобы за нами шли люди, нас уважали, любили. Нам рекомендуют учителя отдела посвящения. Давайте я просто произнесу. Если это правда, что мы с вами на протяжении вот этого времени друг с другом общались, познакомились, наша Туяна дорогая соединила меня с обаятельной, красивой Галиной, а мы с вами обсудили какие-то вопросы, которые нас интересуют, то пусть это станет причиной нашего финансового изобилия, наших идеальных отношений, пусть это будет причиной нашего здоровья, и пусть все это будет у наших родных и близких, у наших друзей, у наших бизнес-партнеров. Пусть это все будет у всех людей в мире. Спасибо, очень приятно. Спасибо. Благодарю, да. Всего доброго, всего доброго. Ну все тогда. Все, милые девочки. Спасибо большое. Доброй ночи, да, Сурия Галина. Доброго дня.